В Минске прошел престижный международный танцевальный турнир Spring Cup 2016. Спортивный комплекс «Чижовка-арена» на целый день превратился в площадку для соревнований для более чем сотни танцевальных коллективов Беларуси, России и Литвы. Многочисленные болельщики и просто зрители смогли увидеть выступления танцоров всех возрастов в различных категориях. Слонимская студия современного танца и фитнеса Fire впервые заявила о себе и привезла с танцевального праздника награды. К слову, оценивала выступление ребят жюри в составе танцоров мирового уровня из Великобритании, Литвы, Украины, Беларуси и России. Воспитанники студии участвовали как начинающие в категории «Первая лига». Очень ярким, креативным стало выступление юных танцоров студии 2005 года рождения – Шикуть Виктории, Минич Елизаветы, Гордеевой Вероники. В номинации «Фэнтези-шоу. Малая группа» дебют воспитанниц был удостоен высшей награды турнира. Три девочки из возрастной группы нашей студии 7-9 лет приняли участие в их первом танцевальном турнире Spring Cup, который проходил в Минске, как вы уже знаете. Вот. И девочки выступили с сольным номером, это был их первый сольный номер. Они выступили в категории «Ювеналы», первая лига, заняли почетное первое место. Вообще, выступили они замечательно, я ими очень горжусь, очень довольна их результатом. Хочу сказать, что они занимаются всего второй год, и то, чего они добились за это время, говорит о многом. Вот. Девочки старались, на протяжении года посещали тренировки, видно, что у них есть любовь к танцу. И на их примере можно наглядно увидеть, что неважно, во сколько лет ты начинаешь заниматься танцами, это никак не является препятствием для того, чтобы достичь каких-то результатов. Главное – любить танец и иметь желание танцевать. Девочки, хочу назвать их по именам, это Минич Лиза, Шикуть Вика и Гордеева Вероника. Молодцы, девчонки, так держать! В нашей студии мы преподаем направление хореографии современной, для которых не важен возраст, не важен уровень подготовки. То есть для того, чтобы начать танцевать, вам не нужно ждать год, месяц или даже неделю. Вы можете уже просто завтра прийти на тренировку и начать танцевать. Для этого необходимо только желание и любовь к танцам. По достоинству жюри оценило композицию и хореографию старших воспитанниц студии современного танца и фитнеса Fire. В номинации Fantasy Show Formation Шалунька Арина, Игнатик Алина, Дудко Виталия, Синкевич Нина, Балкунец Полина, Маковская Виктория, Гордеева Вероника, Левкевич Вероника, Панащик Полина, Борисова Варвара, Салейка Вероника, Жук Анастасия, Радевич Олеся и Полуянович Наталья показали себя во всей красе. Призовое третье место девчата получили за зажигательный номер Gold Party. Мне очень все понравилось, особенно сам танец. Вот это вот то, что когда ты танцуешь, вот эти ощущения, кайф сам ловишь. И музыка. И я не успела испугаться, мы вышли, было страшно, но потом это волнение прошло. Это было самым таким запоминающимся событием в жизни нашего коллектива. Мы очень сильно волновались перед выступлением, но когда мы вышли на сцену, мы схватили вот этот кайф, и нас
прям вот зрители, жюри, публика, и мы станцевали очень круто, мне все очень понравилось, и я хочу сказать спасибо нашему тренеру за то, что он создал такой классный коллектив. А почему вы выбрали именно танцы? Ну, сказать я не могу, почему я выбрала именно танцы. Здесь не только танцы, здесь как идет силовая нагрузка, физическая. Мы здесь не только танцуем, мы здесь занимаемся физической подготовкой. Мне очень нравятся тренировки, они проходят 3 раза в неделю, понедельник, среда, пятница. Каждый раз в 16:30, длятся где-то около 1.5 часа. Мне всегда очень нравится ходить, ну, не очень тяжело, но где-то надо и потрудиться. Руководитель студии Анна Лазарь отмечает, что для многих воспитанников танец стал образом жизни. Также она попросила посредством телеэфира поблагодарить родителей за поддержку. «Наши победы – это и их большая заслуга», – говорит руководитель студии «Файр». Студия танца и фитнеса «Файр» вообще существует очень давно, но с детьми решили заниматься вот буквально недавно. И за год обучения мы пришли к такому выводу, что надо наших деток вывозить на конкурсы более высокого, широкого масштаба. Ну вот увидели рекламу по телевидению международного турнира по современной хореографии, который проходил непосредственно в Чижовка-арене, и решились поехать, несмотря на то, что мы только год как обучались, да, современной хореографии. До этого детки просто обучались пилатесу, фитнесу, чтобы подкрепить немножко здоровье, держать себя в форме, исправить осаночку, ну и вообще как приверженцы здорового образа жизни, это и вливали и в детскую среду. Хорошо выступили воспитанники нашей студии, привезли 2 кубка. Первое место малая группа, это трио, непосредственная группа Анастасии Мартыненко с таким направлением современной хореографии, как модерн. Жюри очень по достоинству оценили их работу, постановку Анастасии Мартыненко. Дети достаточно до своего уровня хореографии удивили даже меня. Непосредственно же старшая группа взяла 3-е место. Выступали мы в возрастной категории среди взрослых, хотя большинство из них не достигло даже 14-15 лет. И, скажем так, и заняв среди взрослых 3-е место, довольно-таки высокая награда для них, ну и, конечно же, как для хореографа и тренера их группы, для меня. Я хочу, наверное, всем пожелать, чтобы никто никогда не останавливался на своем пути, как и наш коллектив. Пытайтесь, участвуйте в конкурсах. Пускай это в первый раз, но наш первый раз оказался совсем не комом.